Ну что, друзья, соревнования завершились. Сегодня 4 августа. Соревнования были 2 дня по 100 мишени по дисциплине компакт-спортинг. Очень-очень доволен прямо стрельбой. Вытряхнул, так сказать, адреналин. Усталость такая, чисто мужская, тонус. Результат 182, максимальный результат 195 в профессиональной лиге. Вот, это единственный тот, кто стрельнул такой высокий результат. Отрыв хоть ему очень высокий, на несколько очков от второго и от третьего места. Полета были представлены в стрелковом клубе Wattle Spring. Час езды от центра. Это самый большой стенд в Йоханнесбурге, как я упоминал. И достроили программу довольно сложную. Я очень удовлетворен тем, что начал попадать сложные мишени. А было так, что и легкие промазал. Но сложные все в основном взял. Это какие-то такие очень быстрые мишени, прямо натянутые мишени, прям угонные какие-то. Практически все раскрошил. Сегодня во второй день были, ну, нет такого, что можно дождаться от меня, что полеты какие-то сложные или что-то там организаторы что-то не сделали, не досмотрели. Все идеально, ребят. Мишени, ну как сказать, когда ты смотришь, думаешь, что тяжело, а когда ты стрелять начинаешь, входишь в этот кураж, и кажется, ты все начинаешь попадать. Вот. Ребята очень довольные, очень гостеприимные. Вот. Я очень доволен стрельбой своей. И результатом. Будем стремиться к лучшему. Теперь я понимаю, как стрелять. Сложные мишени. Резкие, далекие, в ребро вообще. Где бывало в дуплетах ставят их на второй выстрел, где не успеваешь даже глазом посмотреть, как она уже на середине летит. Вот, и нужно цеплять. Ну и топы сегодня мазали. Это те ребята, которые стреляли по 196, по 100 и 100. Очень странно, но что-то почему-то у них сегодня стрельба не пошла. По 183 выстрелили самые сильные стрелки, это такие как Розема, Лилико, Дэвид, почему-то они сегодня не стреляли. А Том Харнольд, это черная лошадка, на первый день стрелял 100 из 100, представляете, ребята, а сегодня сделал 95, в одной группе стрелялись. На каждую мишень, я посмотрел, как он стреляет, на каждую мишень. Настраивается даже на легкие, близкие, максимальной концентрации прям. Нету каких-то случайных дай или там Все прямо обрабатывает, все прямо до мелочей. Потом приходит на стенд, предварительно тот, который надо стрелять, где мы должны заступать, и он стреляет, уже готовясь, все прямо планирует, прямо очень сильно. Я смотрю его, как он на ус наматывает каждую веточку, каждую скорость, каждый этот, голова варит. Вот, тоже бывает хорошо учиться от сильных стрелков на примерах.
праздник прошел в дружеской атмосфере. Организация просто изумительная. Никто ничего не ругается, нигде не бегает, нигде там мишени что-то не ломаются. Ну, на второй день сегодня ветер подул, шквальный в поле. Видимо, там задувало одну мишень, которая в провод. Но ребята очень все хладнокровно расстреливали. Вот, все зайцы сегодня попал. Угонные все обколошматил. В ребро все прямо стрелял. Сегодня день, реберный день был, или как можно его назвать? День ребра. Сегодня столько было реберных мишеней. Ох, я думаю, что они на этой сегодня половине, вчера на этой половине так стреляли, неважно. По 93, по 92. Я 92 выстрелил на легкой линии. Сегодня на тяжелой линии 90 долбанул. Но ребята просто живут на стенах. Поэтому вот такое вот классное мероприятие прошло. Погода такое, знаете, раннее весеннее утро. Ни холодно, ни жарко. Стрелял в жилетке. Прижимал, чуть подальше держал цевьё, чтобы зажимать приклад. Поэтому вот так вот, ребята. Ну все, спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Обязательно буду освещать дальнейшие видео.